Привет всем! Возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта, лаукома, глазные проблемы при сахарном диабете тесно связаны с риском деменции. Возрастная дегенерация желтого пятна, катаракта и поражение глаз при сахарном диабете – это любые формы деменции, включая и болезнь Альцгеймера. То же касается лаукомы, то деменция сосудистая. Хотя, конечно же, хрен редьки не слаще, и пойди докажи, что и при других формах деменции, сосудистых поражений, сосудистого компонента деменции нет. У меня сестра окулист, и я попросил ее, чтобы она прокомментировала эту публикацию. И что она сказала? Она сказала: да понятно же, потому что все состояния, которые ты назвал, они являются свидетельством системных дегенеративных изменений в организме. А деменция как раз и есть результат дегенеративных изменений мозга, который составная часть нашего организма. Что отсюда следует? Отсюда следует, что когда такие нарушения появились, то заниматься здоровьем надо. Здоровьем в целом. Прежде всего, профилактикой болезней, а также лечением болезней, которые появились. Чем раньше и эффективнее это делаете, чем здоровее образ жизни ведете, тем риск деменции снижается и нередко довольно существенным образом. Поэтому, когда такие звоночки появились, засучивайте рукава и здоровью личному внимание уделяйте еще больше. Кто вооружен, тот защищен. Берегите себя. Будьте здоровы!